К другим новостям. Жительница Мытищ стала жертвой мошенничества. Злоумышленник сообщил женщине, что ее сын попал в полицию за административное правонарушение. Он заявил, что готов решить вопрос и достать парня из-под стражи за 45 тысяч рублей. Горожанка, не раздумывая, отдала деньги, но затем все поняла и обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в дежурную часть 36-летний местный житель. Мытищинец официально трудоустроен, имеет работу и семью. Что подтолкнуло его встать не на ту дорожку и совершить мошеннические действия, объяснить этого на допросе мужчина не смог. Обманул своего знакомого, с кем, ну, его маму, своего знакомого. Каким образом, расскажите? Сказал, чтобы деньги попросил у нее на помощь это сыну. Так. Я обманул, взял деньги и все. Ранее подобное совершали? Нет. Ранее были судимы? Да. По какой статье? 158-3. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по статье 159. Мужчине выдали подписку о невыезде.